такая песня, называется «За что ж вы ванькуете Морозова?». Но Юрий Щекочихин раскрыл тайну, проверить нельзя, что Булашалович посвятил ее Александру Аронову. И пелась она так: «За что ж вы Сашку-то Аронова?». Аронова я очень хорошо знал, но спросить не успел. Это был замечательный человек. И когда заходишь в редакцию газеты «Московский комсомолец», висят его строчки «Остановиться, оглянуться». Я с ним написал несколько песен, я спою, кстати, замечательный поэт. Вот эта песня тоже из двух аккордов. Для взрослых уже. О коварной любви. За что ж вы Ваньку-то Морозова? Это взрослым учиться легко. Дети солдат бумажный, а взрослые про Ваньку Морозова. За что ж вы Ваньку-то Морозова? Ведь он ни в чем не виноват. Она сама его морочила, а он ни в чем не виноват. Он в цирк ходил на старой площади и там циркачку полюбил. Ему чего-нибудь попроще бы, а он циркачку полюбил. Она по проволоке ходила, махала белою рукой, и страсть Морозова схватила своей мозолистой рукой. А он медузами питался, чтоб ей, конечно, угодить, и соблазнить ее пытался, чтоб ей, конечно, угодить. А он швырял в Пекине сотни, ему-то было все равно, а по нему Маруся сохнет, и это ей не все равно. Последний куплет, развязка. Ах, Ваня, Ваня, что ж ты, Ваня, ведь сам по проволоке идешь. Ведь от любви беды не ждешь. Как? Не думал, что она обманет. Не думал, что она обманет. Ведь от любви беды не ждешь. Ах, Ваня, Ваня, что ж ты, Ваня, ведь сам попробовал.